Олександре, дякуємо, що погодилися стати гостем рубрики, в якій футболісти відповідають на запитання вболівальників. Було чимало запитань, ми обрали найкращі. І зараз я по черзі почну їх вам задавати. Олександр, в якому чемпіонаті ти б хотів грати? За яку команду із топ-5 чемпіонатів ти вболіваєш? Ну, я очень слежу за Барселоной, потому что мне нравится, этот, как они играют клуб, плюс там очень великие игроки, есть у кого поучиться. И мне очень импонирует испанская премьер-лига, потому что, ну, и вот почувствовал на себе уровень одной из команд, когда мы играли в Лиге Европы. То есть нравится, что у них очень такой комбинационный футбол, много технических элементов в игре. То есть больше импонирует этот футбол испанский. Кем бы ты стал, если бы не футбол? Не знаю, даже в детстве мечтал юристом быть, но потом, когда я понял, насколько это сложная профессия, то задумался перед тем, как бы делать выбор. А футболист не сложная профессия? Ну, мне кажется, когда в юношеском возрасте ты определяешься, в многих моментах тебе, как можно сказать, судьба подсказывает и направляет. Если ты правильно выбираешь, то потом оно, ну, не встает. Твоє призвання сильно тяжелим, поэтому, ну, для мене професія футболіста, не сказав би, що тяжелая, хоча думати теж потрібно в футбольному полі. У чому полягає для вас різниця у грі правим захисником у «Зорі» та в збірній? Ну, різниця в тому, що в збірній більше правозахисник, як більше переходить, як в правий полузахисник, тобто багато старається грати в атаці. То есть это как такая основа сборной. А в «Заре» стараются больше обезопасить свои ворота, то есть больше от обороны играть. Но по возможности, конечно, тоже подключаться вперед, но не настолько часто, чтобы не появлялись эти открытые зоны. Кому найбільше завдячишь успехом? Кто твой духовный батько? Ну, если взять с самого начала, то это мои родители, потому что они со мной ездили и на просмотр, когда, то есть, решалась судьба, уеду я в другой город и останусь футболистом, и либо останусь в своем городе. То есть, и они меня в этом полностью поддерживали. То есть даже есть там примеры, я слышу, когда родители многие там боятся отпускать в другие города, чтобы играть, либо там чем-то препятствуют. А мои родители понимали, насколько это будет сложно, как, ну, ребенка отпустить чужой город в малом возрасте, но они решились на этот шаг, и я очень благодарен им за это. Обращаешь ли ты внимание на критику болельщиков? Ну, конечно. Это неотъемлемая часть. Они вправе, я считаю, говорить. Да, бывает очень жесткое, то есть, ну, кто-то умеет корректировать свои слова, кто-то не умеет, но от этого никуда не денешься. Не обязательно все читать, там, слушать, но к некоторым советам нужно прислушиваться, особенно от людей, которые разбираются в футболе, и делать правильные выводы, потому что все равно же они смотрят на тебя. Вы довольны тем, что Шевченко дает больше шансов молодым игрокам? Да, потому что если взять, там, допустим, раньше футбол, когда ты там только начинал, или даже еще раньше, то чтобы там даже пробиться куда-нибудь в основу или хотя бы там в запас, или, то есть надо было быть каким-то сверхфутболистом, то есть не всем давали шансы. А сейчас больше дают шансов, то есть возможности. У тебя там может один, два, три шанса быть. Раньше один давали, если не использовал, то все. Как думаешь, Харатин и Апанасенко заслужили свой вызов в сборную? Или им надо сменить имя на Александр? Ну, это так, наверное, случайная закономерность, что вызвали только Александров с нашей «Зари». Ну, и Женя, допустим, уже проводит не один сезон, а несколько уже сезонов на хорошем очень уровне. То есть, я думаю, на него по-любому обратят внимание и следят. Но это выбор главного тренера, поэтому решать не мне. Самый лучший игрок мира, по вашему мнению? Месси. Почему? Потому что он гениален. То есть, ну, он делает такие вещи, которые, ну, не укладываются в голове. Что больше всего запомнилось в Стамбуле? Мечети. Их очень много, и они, ну, очень такой больших масштабов и красоты, и особенно снаружи вроде смотришь красиво, но когда заходишь внутрь, тоже проникаешь с этим всем. То есть, ну, мне очень понравилось. Лучший ваш матч в составе сборной? Та я не так много и сыграл, ну, в сборной, но думаю, когда делал положительные моменты в игре, когда выигрывали, то есть. Может быть, впереди еще? Ну, возможно, да.
Какая твоя была мечта в детстве? Даже... Ну, одна из мечт была, чтобы вырасти хорошего человека, чтобы родители мной гордились. Получилось? Я хотел... Ну, не знаю, надо спросить у родителей, думаю, что да. Як ти досяг своєї мети стати професіональним футболістом і які тренування ти робив для цього? Ну, це йде все, кажеться, от внутрішнього бажання. Якщо у тебе є к этому рвіння, плюс дуже велика підтримка з дитинства – це від родителей. Якщо родители тебе у всьому підтримують в цьому, то есть, і роблять все для цього, навіть якщо там немає можливості, то вони стараются все поддерживать, тогда у тебя все получится в любом случае, потому что самое главное – это поддержка вокруг себя. То есть самому все равно тяжело чего-то добиться. Кто ваш наикращий товарищ в сборной? Да даже не знаю, то есть ну, нет такого одного кого-то, потому что со всеми подружился, даже там, если многие говорят, что там есть разлады в сборной, что там клубы, с разных клубов ребята общаются по отдельности, то здесь такого нет. То есть я когда пришел первый раз, ну, на всех смотрел, там, что это звезды, звезды. А сейчас там с тем же Ярмоленко, Коноплянко общаюсь, как обычно. И они, наоборот, ну, все время даже сами проявляют инициативу. Это очень радует, что такие игроки такого уровня, очень простые люди. С кем живешь в одной комнате під час сбору? Сейчас с Аней Андреевским поселили. Як гравці називають тебе на полі? Ну, в основном Кара, ну, многие шутят зубастик. Хто, на твою думку, найсильніший гравець збірної? Ну, в даний момент я вважаю Андрій Ярмоленко, ну, лідер збірної, він і по там, результативним діям, як я вважаю, там гол плюс пас, то есть, і, плюс вони з Коноплянка, ну, от Ярмоленко, Коноплянка, вони на протяжении довгих років вже являються лідерами, тому що грають постійно в основі і на одному і тому ж рівні, і постійно, то есть, прогресують. Хто є твоїм кумиром? Кумир? Если из футболиста брать, то ну, мне много ну, импонирует, как Месси. А не из футболистов? Не из футболистов, даже не знаю, сложно задуматься. Не отвечу на вопрос этот. Какая твоя профессиональная мечта на сегодняшний момент? Добиться высоких высот, то есть выиграть как можно больше трофеев и поиграть в топ-клубе. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста.